Всем привет! Сегодня мы поиграем в очень веселый режим, который называется «Слепой снайпер». И эта идея далеко не новая, вы наверняка уже что-то такое видели на ютубе. Но мы вчера с друзьями по фану записывали фоновые катки и построили вот такую вот карту. И получилось просто очень весело. Поэтому я решил записать этот режим на видос. Приятного просмотра! Сейчас у нас уже ведущим будет Крейзи. Интересно, получится ли мне хоть раз здесь затащить? Вообще, здесь по большей части решает рандом, но все равно нужно правильно передвигаться и правильно выбрать место. Так, ну что? Ну почему здесь все стоят? Ну вы что, ребят? Ну не надо стоять в куче со мной. Крейзи может начинать стрелять сам, когда захочет. О, хорошо, здесь все отошли. Я пока что постою здесь, в моем любимом месте. О, минус один уже, вот это да, вот это да. Там кто-то спалился слева. Крейзи сейчас туда. О, минус два, вот это да. А, что? Что, вы видели это? Просто жесть. Просто жесть сейчас какая-то была. Пуля просто в миллиметре от меня пролетела. Фух. Ну пока что живем, пока что живем. Все нормально. 5 человек осталось, и я среди них. Живем, живем просто. О, нет. Нет, зачем? Зачем я туда пошел просто? А, 2 человек у нас осталось. Крейзи, они слева. Крейзи, они слева. О, Крейзи с гаджетом. С автонаводкой. Ну что, кто остался? Все, везунчик остался последним, хорошо. Получается, что он затащил. Как здесь вообще выиграть, я просто не знаю. Ой, я что, фортика убил? Серьезно? Ну он сам виноват, он зачем-то на мины полез, он сам виноват. Как здесь затащить? Нужно постоянно передвигаться или что? Я вот стоял, значит, на одном месте. Ой, уже... Что? Что он делает? Что делает Гарга? Это просто жесть. А-а-а, что? Это как? У него читы какие-то. Я просто не могу. Вы видели, просто он сразу стал стрелять. Сразу же минус один, минус два. Потом минус я. Офигеть просто. Что он делает? Это просто какой-то читер. Офигеть просто. Что он просто делает? Вот откуда он знал, что мы там? Надо, кстати, мне тоже попробовать за Пайпер поиграть. Жесть просто. Как он попадает? Он очень быстро игру сейчас закончит. Жесть просто. Я просто не могу. Как? Как он это делает? Он сейчас попадет по Максе. Жесть, он... Да, он попал. Жесть. Давайте делать ставки. Смогу ли я сегодня затащить или нет? Пока что у меня что-то не получается. А, перчик сейчас уже начнет стрелять. Ой-ой-ой. Вот это да, выстрел прям был, знаете... Близко, близко, конечно, было. Кстати, а есть же такая тактика, это просто вот куда стреляет Пайпер и туда вставать. Она же не будет второй раз в одно и то же место стрелять? Или будет? Так, ну что ж. Пока что живем, живем. Нас тут несколько человек, поэтому все даже... Ой-ой-ой. Нет, 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 что это такое? Вы видели это... Нет, да что за фигня, перчик, почему? Ну, кстати, это было прикольно, потому что мы все там стояли в толпе. Перчик делает один выстрел, там попадает в другого. Делает еще один выстрел, тоже меня там кто-то прикрывает. Это вообще было прикольно. Ну что ж, я сейчас тоже попробую себя в роли снайпера. Может, вообще у меня еще быстрее получится игру закончить. А, так, ну что ж, я собираю тогда все банки, и я сейчас сразу начну стрелять. Так, надо, знаете, 3 выстрела сразу давать. Так, куда бы стрельнуть? Надо сюда вот. Сюда? О, минус 2! Так. Нет. Нет. Еще минус 1. Хорошо. Так, сейчас накопятся выстрелы. Так. Минус еще 1. Так. Я пока что неплохо иду. Хорошо, хорошо, сейчас накоплю выстрелы. Так, снова надо стрелять. Так,
Да что такое? Где они сидят? Так. Да где они? Я не понимаю. Я их не вижу просто. Хорошо, минус Крэзи. Они что, в середине все? Так, отлично, их осталось двое. Так, сюда, сюда. Да где же они? Да я не понимаю, где они? Ну тут банки есть. Так. Да что такое? Где они сидят? Я не понимаю. О! Все, последний, последний остался где-то. О, привет. Да что ж такое? Как я не попал-то? Он должен был пойти вправо. А, я не могу последнего убить. Что за фигня? Так. Все, минус фортик, фух. Не, знаете, что-то за Пайпер такое себе играть. Тяжеловато находить. Но сам по себе режим очень веселый. А я вообще изначально его не планировал записывать. Это просто мы записывали фоновые катки для другого видоса. И Макси такой говорит, давай поиграем в режим слепой снайпер. У него там и карта была, ну, у него другая карта там побольше. И мы такие поиграли, нам понравилось, я такой думаю, может построить свою карту и поиграть в него. Так, о, Макси уже убил человека 3. Окей, я пока что здесь живу. Так, надо перебегать, наверное. А то опасно, он не стрелял в то место, он может просто начать палить именно туда. Ну, пока что он не знает, где я нахожусь, это очень хорошо. Ну, даже близко нету, даже близко нет. Только один раз он стрельнул близко, а так... Ой-ой-ой-ой-ой! Что это такое было? Макси что-то не может ни по кому попасть сейчас. Вот у него, как и у меня, тоже небольшие такие проблемы. О, все, он нашел. Так. Я просто всю игру куда-то перебегаю. Может, реально просто, знаете, бегать по карте туда-сюда, туда-сюда. Но это слишком опасно на самом деле. Так, нас осталось только двое. Эх, если он... Ну, знаете, может ему помочь даже. Может мне ему помочь? Потому что он... Ну да, он не попадет, наверное. Знаете, мне кажется, мне надо ему помочь. Потому что он не может попасть просто. Нет! И он сразу в меня попал, офигенно просто. Окей, ну ладно, ладно. Что-то Макси тяжело было нас находить. Ну ладно, второе место. Ну блин, мне пришлось как бы пожертвовать собой, чтобы Макси быстрее закончил игру. Кстати, я сейчас вот играю со своими подписчиками из Дискорда, поэтому если вы тоже хотите попасть в видео, получить такой шанс, то ссылка в описании на Дискорд. А сейчас у нас Саша будет стрелять. Все, он уже начал. Ой-ой-ой. Вот это да, вот это было близко, конечно. Но пока что он меня еще не нашел. Интересно, я вообще сегодня затащу или нет? По-моему, нет. Ну, я мог выиграть, но там что-то Макси нас... Ой-ой-ой. Да что такое? Ну, что такое? Ну, просто... Ну, давайте посмотрим финал. Двое сидят просто слева и справа. Ну, это такая себе тактика, конечно. Такая себе тактика. Ну что, Саша стрельнет? Просто максимально влево и максимально вправо ему нужно чекнуть. Ну что, он убьет когда-нибудь этого Алиштоп? Да, все, он его убивает. И последний тик, который затащил, окей. Хорошо. Кстати, надо включить этот режим Форт Боярд, потому что он и очень веселый, и очень простой. А сейчас у нас уже Ник Про. Вот он, как и в прошлый раз, просто сразу начал стрелять. Жесть. А я в прошлый раз, знаете, даже не успел нажать запись. Ну, у меня запись на паузе была. Он просто начал сразу стрелять и убил меня первым. Но я это, к сожалению, не записал, потому что я не был готов к этому. Я только хотел начать, и он меня уже убивает. Ой-ой-ой. Тут взяли банку около меня, это было очень опасно. Ну что ж. Ник Про вот этот очень хорошо играет, он прям знает, где могут стоять тики. Он прям очень хорошо уже стреляет. Уже у нас минус 4, да и минус я. Да. На этом все. Если вам зашел этот режим,
то стройте вот такую вот карту, можете ее как-то изменить и тоже поиграйте со своими друзьями. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.